Да, значит, мы знаем, что сейчас происходит серьезная реорганизация системы обучения, медицинского образования, внедрение системы медицинского фармацевтического образования на МГУ. В связи с этим появляется введение бальной рейтинговой системы, единицы измерения, которые кредиты. И в связи с этим происходит большое количество открытий организации ситуационных центров для отработки мануальных навыков, теоретического освоения новых методов лечения, диагностики. Компания «Калашнос», которая производит технику для выполнения высокотехнологических методов медицинских вмешательств, терапии и диагностики, не могла остаться в стороне от этого и создала свои учебные центры, которые дают возможность для продвижения инновационных технологий в российском рынке. В соответствии с этим повышает уровень знаний и возможность совершенствования эндоскопических навыков врачей различных хирургических специальностей. Как следствие этих усилий мы ожидаем повышения качества медицинской помощи, оказываемой нашему населению. Возможности предоставляются, какие преимущества имеют наши учебные центры. Практически все курсы проходят на бесплатной основе. Создание 4 таких центров на территории Российской Федерации значительно облегчило доступность этих курсов. Курсы проводятся для специалистов практически всех хирургических специальностей. Вся информация о курсах расположена в режиме онлайн, поэтому специалисты всегда есть возможность ознакомиться с планами и предстоящими конгрессами, которые проходят на территории учебных центров. Более того, мы имеем возможность проводить онлайн-трансляции тренингов и живых операций, что дает возможность докторам без отрыва от своего производства не уезжать далеко от своих домов и принимать участие в этих обучающих программах. Кроме того, на портале создан нашей компании для учебных центров есть видеоархив-записи минимально-инвазивных операций и тренингов, которые тоже позволяют в любое свободное время специалистам к этим ресурсам обращаться. Мы регулярно проводим тренинги для сестер и нашего медицинского персонала. Один из таких семинаров сегодня успешно проведен в рамках конференции. Ну и то, что у нас есть возможность в этих центрах проводить постоянное обновление инструментов и оборудования, дает возможность докторам реальными инструментами в режиме реального времени использовать действительно инструменты, которые находятся в производстве компании «Калашнос» на сегодняшний момент. А наши центры Владивосток, Санкт-Петербург, Новосибирск, они не имеют больших площадей, но достаточно для того, чтобы проводить тренинги однодневные для специалистов любого профиля. Самым первым центром, который открылся у нас, является центр в Москве. Он работает в этом году уже 5 лет. И вы видите, что в его посетили уже более 7600 докторов, более 1500 медицинских сестер. И к концу года эта цифра значительно изменится и возрастет. Какие возможности есть в нашем центре в Москве? Эта конференция на 60 мест посадочных с возможностью трансляции операций из операционных режимов HD и даже 3D. Это смотровая комната интегрированной операционной ОР-1 и 8 трансформированных рабочих мест для специалистов. Рабочие места для эндоскопистов на сегодняшний момент оснащены полноценными рабочими станциями с тренажерами, необходимым набором инструментов и оптик, лежанием органов и или биологическими материалами для проведения для клиник, которые планируют или уже приобрели сложный интегрированный комплекс ОР-1, создана полноценная функциональная операционная комната, в которой врачи и технический персонал больницы в спокойных экстраоперационных условиях может освоить все функциональные возможности этого сложного комплекса и научиться управлять всеми блоками и разделами этого оборудования. Форма обучения – это лекции, семинары, это телетрансляции из операционных, включая, как я уже говорил, режим 3D. Это практические занятия на тренажерах. Типы курсов – это либо тренинги для специалистов любых хирургических специальностей и анестезиологов. Это тренинги для медицинских сестер, посвященные важнейшему фактору работы врачей в больницах и клиниках, исполняющих минимально развитой хирургии, да, обслуживание, работа, специализация, безопасный уход за инструментами для эндоскопии. И это курсы для современных сервисных служб клиник. Это специализированные курсы для инженеров и техников. Наши курсы действительно интенсивны и насыщены, как правило, очень плотно составлены по графику, потому что действительно у врачей появляется возможность реально
некоторые мануальные навыки под руководством специалистов высокого уровня. Для того, чтобы попадать на наши курсы, есть необходимый портал www.endotraining.ru. На сегодняшний день вы видите, что это более 7300 посетителей, как все год эта цифра зарастет. Регистрация на этом портале позволяет вам участвовать в онлайн-трансляциях живых операций и тренингов на сайте. В прошлом году таких было примерно 100, в этом году будет гораздо больше. Там же создан онлайн-архив записи операционных применений технологий, и эта цифра достигает уже 300, в этом году будет превышена 400. Для того, чтобы врачи, опять же, без отрыва от производства, находясь в своих домах, в своих клиниках, могли интенсивно и полноценно получать информацию о планах проводимых курсов и также обмениваться мнениями о том, кто и как из них принимал участие на каких семинарах, какие из них дали, какие результаты, есть страница на Facebook. Мы в этом году, в конце прошлого года, точнее, подписали соглашение с ВРОХ о внедрении правильной системы и прохождении тренингов через наш тренинг-центр. Ну, это дает обязательства и возможности, так сказать, рассчитывать на повышение информативности проводимых курсов под крышей ВРОХ. А почему это с нами стало возможно? Уже в 90-е годы мы привозили бригады специалистов и полный комплекс оборудования проведения первых мастер-классов. На фотографии видите бригаду из Екатеринбурга медицинской сестры, это профессор Штельден из Франкфурта, который проводил на Сибинске консультантом первую показательную лапароскопическую операцию и вообще провел семинар. Дальше мы привлекали к этой работе российских специалистов, этот метод работы максимально отработан и используется нами до сих пор. Безусловно, мы занимались тем, что создавали возможности для обмена знаниями и опытом специалистов внутри страны ассамблеи. И был, есть и остается метод организации выезда специалистов разного уровня подготовки для обмена опытом и обучения за рубеж. И эта практика нам показывает, что даже периферии своей области часто находят новые интересные для себя направления, которые развиваются и применяются в нашей основной практике сегодня. И мы готовы принимать вас на ваше распоряжение. Информация о наших тренингах находится на ресурсе endotraining.ru. Благодарю вас за внимание и рассчитываю.